Посольство Российской Федерации призвало Британию извиниться за обвинения по делу Скрипаля, которые были выдвинуты против России. Пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Лондоне заявил: «К настоящему времени стало известно, что обвинения властей Великобритании в адрес России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери не имеют под собой никаких оснований». Так, советник премьер-министра по национальной безопасности Марк Седвик в начале мая говорил, что никаких подозреваемых у следствия нет. К тому же были официальные заявления о том, что отравляющее вещество А-234, которое использовалось в Солсбери, производилось в десятке стран. Остаются только данные разведки Лондона, которые проверить, к сожалению, невозможно. В связи с этим представитель российского посольства заявил, что настало время для британских властей принести России свои извинения за необоснованные обвинения, сопровождающиеся невиданной антироссийской кампанией. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних новостей.